Ваши аплодисменты гостям нашего праздника. Бунасяра, буназива, вардежай сяра. Бунасяра, онарапуби, бунасяра, драк, сербатори. Мы не видим аич, але тоди приятели дубневастры. Добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, после того, что Мурошан пел эти песни, и мне уже очень трудно. Чухри говорит, что вот здесь уже должен был закончиться концерт. Но мне очень приятно, и я благодарна дому Завицкому, что он меня пригласил на такой праздник, а действительно настоящий праздник. Потому что вы сегодня празднуете юбилей, так правильно тут было сказано, легенды, легенды нашей республики, не только вашего города. И об этом говорит то, что сегодня полный зал. Это говорит, что вы очень любите дому Завицкого. Мне посчастливилось побыть с домом Завицким, когда я работала в Национальном центре. Я пела, я была тоже молодая, как и он. В 77 году мы были в Австрии вместе, в Польше. И, конечно, этот ансамбль пользовался, я вам не могу передать, каким успехом пользовался этот ансамбль «Приединение». Завицкий, который отдал, вдумайтесь, больше, чем полвека культуре. Это не то, что он столько лет работал, а что он оставил после себя, что он оставил в ваших сердцах. В сердцах тех молодых, которые очень много поколений он воспитывал. Вот это самое главное. И я хочу ему сказать низкий поклон, во-первых, и спасибо еще раз. И хочу передать микрофон нашему общему другу Сергею Чухри. Я думаю, что у него есть что сказать. Конечно, извините, мне кажется, как раз мне нечего сказать, потому что вышел Мурошану. Это прекрасно высказал свои пожелания, свою любовь, свои эмоции перед этим человеком. Юстина Скарлат высказал все. А что мне осталось делать? Сказать им спасибо, что пригласили меня на сцену, да? Дело в том, что, вы знаете, неожиданно, мне было два раза приятно сейчас в зале. Во-первых, потому что начался концерт с песни Вилли Читари, который эту песню когда-то я очень давно подарил Евгению Завицкому, и он в честь этой песни он называл свой коллектив Вилли Читари. Мне очень приятно было. Второе приятное мне было, даже очень приятно, как мужчина, потому что он сказал, что вот когда-то эти девочки, которые пели у Чухрия в оркестре, когда-то скажут, что я кончала у Сергея Чухрия. Мне тоже это очень приятно было. Вы, конечно, понимаете, что на консерватории кончала, но мало что бывает. Знаете, смотря на этого человека, действительно, это легенда. Но только Василий Мурошан мог придумать, приехать с прекрасным поздравлением от имени Месяца культуры Молдавской ССР. Молдавской ССР, да? Дело в том, что когда я увидел эту цифру здесь, написано 85, я думал, что действительно у него очень много наград есть. Спасибо Приднестровской республике. Потому что его, по-моему, наградили всех наград, которые есть в вашем республике, наградили Евгений Завицкий имеет. Но я думаю, что наконец-то я приду и буду на сцену скажу, что народный артист Приднестровья Евгений Завицкий.
Это все в будущем для меня. Вот этот человек, который сейчас на сцене находится, он все имеет. Он имеет прекрасную жену Любочку, которой я должен ей сказать спасибо, что она так ухаживает за ним, что он так прекрасно выглядит. Он только на 6 лет старше меня, но он намного красивее, чем я, к сожалению, это благодаря мне. У него прекрасный сын. То, что он сказал здесь на сцене, это только самый-самый любимый сын человека, может сказать такие слова в адрес отца. У него есть машина, у него есть два прекрасных ансамбля. У него есть город Бендеры, у него есть республика Приднестровье, у него все есть. Я даже сегодня видел, как он прекрасно пел с, если говорят, что в Москве есть кобзон, так в Бендере есть Зарицкий, который второй кобзон. Ему то, что не хватало, не то, что не хватало, давайте пожелаем ему еще будущее большое-большое здоровье, потому что об этом нуждается, я знаю, и чтобы выполнилось и исполнилось то, что сказал Василий Мурожанов, чтобы мы пели вместе здесь, когда ей будет 105 лет. Я не Брежнев, но люблю за вас отгремить. Одна студентка сдает экзамены, и она не очень что-то там знала, и она спрашивает, думаю, профессор, а сколько вам лет? А он говорит, 80. Она говорит, я бы вам не дала. А он говорит, я уже 30 лет не прошу. Thank you.
сильному, красивому голосу от Устины Скарлатта, всего сердца нашему юбиляру и всем гостям сегодняшнего праздника. Евгений Васильевич, с юбилеем вас поздравляю и приветствую. Председатель Союза общественных организаций города Бендеры, ваш поклонник Гирис Иосиф Абрамович. Дорогие друзья, очень приятно сегодня видеть такой полный зал. Действительно, семья Зарицких, Тамара и Евгений Зарицкий, это гордость города Бендеры, гордость Молдавской Советско-Социалистической Республики, гордость всех нас. Мы патриоты своего края, которые выросли и родились здесь. Мы всегда гордились ими. А знакомство состоялось у меня с этой семьей, когда я еще тоже в юности занимался музыкой, играл в оркестре народных инструментов, в дворцах пионеров и школьников. И всегда, много раз наши программы всегда соприкасались. И поэтому тот ансамбль, который был, мы им гордились. Я вам скажу, есть такое изречение древнее. Характер определяет профессию. Характер мэтра и его супруги определили профессию через музыку. Они посылали импульс любви к людям. И это у них получилось. Потому что человек по жизни идет той тропой, которой он хочет оставить след после себя. Тот след, который вы сегодня стелите, тот след дружбы народов, и то, что вы тут правильно сказали, и спорт, и музыка, и культура всегда были послами мира между народами. Я вам желаю сегодня мира, добра, долголетия. Эти цветы я вам дарю не как мужчина мужчине, а дарю вам эти цветы как учителю. Всегда надо брать пример достойных людей и стараться быть похожими. Не завидовать, работать и быть похожими. Большое вам спасибо за все, что вы делаете и то, что вы еще делаете. Если в сердце весна, значит, сердце и песня. Если душа поет, она просится в пляс. Под ваши аплодисменты на сцене заслуженный ансамбль песни и танца «Приединение».
музыки, без крыла, то удружи мне, удружи, и все, что слове сердцу мило, на музыку переложи. Евгений Васильевич, вас приветствует народный хор украинской песни «Червона Калина», руководитель Полий Людмила Анатольевна.